Привет всем! Вслед за новым Пав-патролом, второй новый десерт-сюрпризом в Германии появился в продаже. Это пожарный Сэм. Ну вот, 2 года назад у нас уже был в обзоре пожарный Сэм десерт-сюрпризом. Посмотрим, да, стала ли лучше, хуже игрушка. Но десерт-сюрпризом прям иногда удивляет. Отличные игрушки, особенно с Пав-патролом, удаются им. Но вот пожарный Сэм в прошлый раз, в 2019 году, был не очень. Да, это были присоски просто с лицами главных героев. Вообще, достаточно популярный мультфильм, да, многие смотрят, но вот у нас почему-то не пошел. Итак, давайте посмотрим, как выглядит эта коллекция. Так, неужели те же самые присоски 2-летней давности снова засунули? Да, снова то же самое. Ну, вот так вот, десерт-сюрпризом, новая обложка и абсолютно старые присоски. Жалко. Думал, что все-таки будет что-нибудь новенькое, интересное, какие-нибудь фигурки, но нет, решил просто перевыпустить десерт-сюрпризом старую коллекцию. Ну, к сожалению. Зато попадает сам Сэм у нас, да, сразу же первым. Так, ну, давайте посмотрим, кто у нас попадется в оставшихся 2 сюрпризах. Да, жалко, но ничего не поделаешь. Вот так вот. Иногда бывают классные новые серии, да, в основном Пав-патрола, на разные темы, но вот, да, с пожарным Сэмом, к сожалению, старую коллекцию снова Kinder положил. Итак, посмотрим, кто нам еще попадется. Здесь у нас попадается, так, не знаю, как зовут его, поскольку, да, как сказал, не очень мы смотрим этот мультфильм, так, пару раз смотрели, но как-то не пошел у нас у ребенка он. Хотя он его знает, да, пожарный Сэм, если пожарного видит, то сразу же говорит Сэм, и каска у нас есть пожарного Сэма, классная, но, к сожалению, да, или к счастью, не знаю, но вот мультфильм не смотрим, поэтому главных героев я не знаю. Итак, последний, давайте посмотрим десерт-сюрпризом. Ну вот, да, к сожалению, такое небольшое разочарование, поскольку просто старую коллекцию в этот раз десерт-сюрприза положил. Да, снова у нас Сэм. Главный герой, ну вот такая вот новинка в Германии сейчас можно встретить. Во многих магазинах уже продается он, в Реве, в Кауфланде, в Эдеке. Так, кто не видел, можете, да, обратить внимание, в Нетто. Десерт-сюрпризом, Kids World и достаточно симпатичные игрушки. Здесь у нас пудинг, да, а не шоколад. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем спасибо. Пока-пока.